Ops. Да. Я тоже тогда буду это записывать. Я все равно там 50 гигов освободил. Ну, у тебя же нету черного облака в небе. Уясним. Ну ладно. Блин, 37 хп, 37. Почему ракеты нельзя в Хьюсе как-нибудь реконвертировать? Блять! Лол. Надо подождать, пока ты восстановишься. Надеюсь, я здесь где-нибудь восстановлюсь. Потому что неохота переть с этой улицы. О, слава яйцам Жигурды. Да. Главное, я сас 60 хп. Сас. Так, я новый элитный отряд помочу. А никого я не убил. Нафиг они дробашира высадили? Ай, они по идее к нам внутрь все идут, лохи. Ай, блин, это мы лохи. Летит это зомби вертелка 3000. Ага. У меня маус один сломалась. А не вот. Ты издеваешься, да? Нет, по-моему, это она издевается. Сейчас мы ее взорвем, прилетят еще 8 таких. Законы подлости. Блин. Охеренно мне ракета полетела. Да как так? Блин. Она говна. О! Комбайнов надо. Все? Или еще одну? Как ты так делаешь? Безостановочно такой. Это ты делаешь. Нет, это ты делаешь. Что ты мне льстишь? Ой, как их там много. Да блин. Time to choose! Арбалет! Просто потрясающе, Арбалеты у меня кончились. Да нифига. Good God. Ну, не то слово. Какое? Да. Это предлог. А, нет, это слово. Или предлог, это что? Это, да. Ладно, я да двоечник по-русскому. Двоечник? Ну да. Пейкап. Ну чё, пойдем тоннели нижние расчищать? Да. Ух ты. Это... А чё, там никого нету?
Ну что, в самом начале замешкались или что? Не знаю. Ну тогда надо... Да блин, ты читаешь мои мысли. Все, запор прорван. Ого, меня кинуло так. По-моему, этот дяденька разобрался со всеми. Извините, Фримен. Кто Фримен? Как он мог... Не, да ну... Он? Да пойдем. Подожди, тут... там патроны. Тут тоже. Нет, там аптечки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да нафиг я это все записывал. Ну, у меня там пару багов было, которые можно увидеть.